Всем привет, меня зовут Ушел, и сегодня 31 декабря 2019 года. Новый год совсем близко, и, пожалуй, пора подводить некоторые итоги года уходящего, обозначить планы на будущее, ну и поделиться кое-какими мыслями. Начну, пожалуй, я с того, что всех поздравляю с наступающим 2020 годом. Желаю всем только самого лучшего в новом году. Ну и так как канал у меня посвящен игровой периферии, то, пожалуй, стоит еще пожелать поменьше лагов, побольше фрагов и максимум FPS-ов. Ну а теперь подведу некоторые итоги 2019 года для себя и для канала. 2019 год стал лучшим годом для канала. Ровно год назад у меня было всего 2000 подписчиков. Сейчас уже больше 12 тысяч. И это просто здорово. Спасибо всем вам. Рост просмотров и подписчиков дает мне мотивацию дальше заниматься этим всем. Поэтому постараюсь вас и дальше радовать в 2020. Весь 2019 год у меня стабильно выходило 2 видео в неделю. Но в 2020 это изменится. Стресс, реальная жизнь и некоторые проблемы со здоровьем мне не позволяют поддерживать такой же темп выпуска видео. Ну и откровенно говоря, 2 видео в неделю с моим графиком работы превращало это хобби в очередную работу, на которой вечно поджимали сроки. Я от этого немного устал. Поэтому видео, по крайней мере, пока будут выходить один раз в неделю на выходных. Второе важное сообщение заключается в том, что после 3 лет бесперебойной работы я беру отпуск на 2-3 недели. Мне надо привести себя в порядок, восстановить силы физически и зарядиться эмоционально. Лично для меня 2019 год был тяжелым. Было много перемен, много работы, много стресса и мало отдыха. Тем не менее, 2019 год в первую очередь запомнился мне рождением сына, который пусть и мучает меня и мою супругу по ночам, но все равно с Сашкой жить стало куда веселее. В общем, дорогие друзья, всех еще раз с наступающим годом. Наслаждайтесь каникулами и отдыхайте от меня. А я буду отдыхать от ваших комментов, от микрофона и от компьютера. Услышимся 19 января.